Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей. Мы, наверное, заканчиваем сегодня проходить зомби, потому что это финальная часть игры, из которой не выбираются. Чё у нас там по миссии-то? Нам надо заправить генератор само собой и сбежать из подземелья дворца. Ну, поехали, сбежим. В прошлый раз нас тут дико, короче, лоханули. Я возьму пистолет на всякий пожарный, а то опять эта сука с этим пропаном выйдет и опять меня взорвет. Хотя вроде ее как здесь нет. Оу! Ты вырвался, короче, внезапный такой. Хера себе, я так будто из воды выскакивать, я так долго не проживу. Хотя все, вода-то кончилась. Отлично, поехали. Мы с вами забрали какую-то панацею. У нас есть USB-ключ, надо найти USB-замок, с помощью которого это USB-замок-то и открыть. И спасти весь мир, весь свет и весь... Че? Че это? Это где? Че открылось? Подожди-ка. Не надо меня загонять в эту сраную дырочку. Как ее? Это ловушечка какая-то, я так понимаю, правильно? Что-то открывается, что-то закрывается. Ты что, издеваешься надо мной, игра? Ох ты ж, бляха-муха. Один патрон остался. Все-все-все, уйди! Уйдите! Уйди, сука, сказал! И что делать? Ну ладно. Чё там добыть? Шоколадка. Это хорошо. Ну-ка, быстренько шоколадку сожрём. Так, подожди, чё-то меня заперли везде. А куда идти-то? Ладно. Понято. Так, короче, сичи-то мне. Сбежать из дворца. Ну, из дворца мы, в принципе, получается, сбежали. Хотя это вообще какие-то другими путями. Сейчас пойдем. Ладно, поехали. Это обратно той же дорогой идти, что ли? Походу, да. Ладно, поехали, без проблем. Сбежать из дворца. Из дворца сбежать прямо на улицу, получается, надо. А куда мы пойдем? У нас же ни друзей там, никаких, ни военных, никого. Нас никто не ждет, там никто задание-то особо не давал. И куда мы там побежим? Кому все это отдадим? Наш главный герой... Чего? Я как сюда попал-то? Я же сюда где-то зашел. Да вы чё? А, я тебе твою. Кому отдавать эту флешку-то? Кто будет с ней работать? Какие-то ученые. Последний ученый, который работал на этой панацее, он вообще помер. Мы у него глаз выдрали. И кому ее отдавать? Если самому сидеть, короче, искать книжки, изучать там теорию этой микробиологии, всей этой вирусологии, хирологии и прочее, он, мне кажется, быстрее помрет, чем что-нибудь сделает. Значит, где-то есть, наверное, кто-то, кто сможет это сделать. По крайней мере, у нас есть этот мужик, который нас ругает, который нас обижает, что типа, вот, ты меня кинул, ты мудак такой, зачем ты все это сделал, о, отлично. Да, конечно, да кто их постоянно запирает-то? Вообще не вкуриваю, короче. Может, теперь это открылось? А это вообще не дверь. Надо как-то куда-то выйти в другую сторону вообще. Да кто их постоянно закрывает-то, серьезно? Это тупик. Так здесь тоже все сломано. Не, это не смешно. Это реально не прикольно. Куда же идти-то? Здесь закрыто. Здесь тоже нихера не дверь. Это тоже не контачит. Да вы чё, смеетесь, нет? Каким же боком я сюда... Каким же боком я отсюда выберусь, если все везде закрыто? Ладно. Пойдем другую дырочку поищем, может еще где-нибудь выход есть. Ага. Прикольненько. Здесь нету выхода, вы чё издеваетесь надо мной? Создатели игрушки! Как, куда, зачем, где правильный дорог, где правильный путь-то? Он пока скажет, что куда-то туда, но как туда пробраться-то? Обратно идти туда, а там нет нигде выхода. Там все везде позакрывали. Может, это прикол такой? Типа, если ты не успел оттуда выбраться, то все, край тебе. Будешь вечно мучиться в этом дворце. Все двери позакрывали. Может, где-то какой-то пульт управления есть, который их открывает, что тоже как бы было бы логично. У нас вообще есть флешка, почему нас никто не заботится? Где все друзья, товарищи? Где все, кто должен как бы нам помочь выбраться или что-то? Где они все?
Че он через эти коробки пройти не может? Это за кирпичная стена такая из коробок. Вообще нигде не может пройти. Так, а вот. Нет. Да ядрить твою, ну что это за игра такая дурная? И тут нет прохода, да? Ёб твою, я все, я потерялся. Здесь толкан и здесь тупик. Больше здесь некуда идти. Что за музыка такая? Блять, C4 использую. У меня нет C4, как я что использую? Конечно, она может быть настолько непродуманной, что не даст мне никуда действительно выйти, потому что C4 у меня нет, а она как бы нужна. Молодца! Красавчик! Ты настолько просто глазастый, что не видишь то, что находится у тебя перед глазами. Говорю я сам себе. Молодец я. Так, ну все, походу, делаю. Бляха-муха, ну что ты будешь делать-то, а? Говна кусок. Заряжай быстрей! Уйди. Ну. Сдохни давай, а. Блять, вот такая резко появляется за углом. Это начинает уже пугать. Почему сразу нельзя было такого сделать? Почему изначально они никогда не появлялись за углами? Ну, было бы гораздо веселее, скримернее и сыкашнее, когда они постоянно где-то появляются. А так, обычно где-то выходят просто и все. Это неинтересно, нихера. Уже за последние две серии у нас уже такое случалось раза три, наверное. Причем, если первый раз я не обосрался, когда зомби стоял за углом и должен был, в принципе, меня напугать, то сейчас это было действительно весело. Ладно, хер с ним. Мы уже выбрались, нет? Мы уже почти. Опа. Такого вообще не было ни разу. Здесь мы, по-моему, ни разу не шатались. Уже какой-то постел получается, когда в постеле, короче, было задание выбраться с завода напалма. По-моему, такие же были примерно текстурки и ходы. Сбежать. Я бегу. Я уже давно не в подземельях дворца. Что за задание? Сбежать из дворца, надо сказать, уже, а не из подземелья дворца. Подземелья уже остались далеко в прошлом. Опа. Ех ты, нихера себе целых два. Тихо, пацаны, тихо. А-а-а, говна! Кусок, дай пройду-то! Нахер, 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 нахер. Куда идти-то? Все, не буду их трогать. Омега-193, ожидайте. О, ожидайте! Кого ожидать-то? Огненный барьер! Где огненный барьер-то? Запускайте, алло, Омега-237! Или сколько там было? Запускайте! Фу, это, по-моему, фартит сейчас реально прям. Они могли меня сожрать просто как... Ай! Бляха-муха! Сожрать могли просто как дебилушку. Все, хорошо. Омега! Омега, вы где? Ворон и Ди обращаются к выжившим. Лондон объявляется закрытой зоной и будет подвергнут бомбардировке. Мы проводим последнюю эвакуацию на вертолет. Хватайте Мор и дуйте в Тауэр. Куда дуть? А, они все умирают. Воу-воу, чувак, ты должен умереть! Так, Тауэр, а где Тауэр? Спокойно, закрой. Отлично. Опа. А, это уже было. Так, подожди, это старая дорога, по которой мы сюда шли. Значит, я недалеко. Да, все, я помню, куда-то сюда надо. Сюда. Потом куда-то мы как-то... А где-то мы же здесь, а вот здесь, да. Ага, точно. Все, не буду никого приканчивать, нахер мне никто не нужен. Я... где? Я просто буду бежать. Нахер мне нужны? Нет, тебя-то придется ударить, да. Извини, женщина, но... Эй, там сзади кто-то еще есть! Так. Ох, нихера вас тут полно. Давай, беги! Да беги ты уже! Ей бега хватает буквально на 2 метра. Все, отлично. Зеленый парк, мы уже практически на свободе. Открытое пространство, оно получше. Ага. Все. Сейчас Омега-230 сколько там прилетит, короче, и спасет меня. Я задам флешку в обмен на собственную жизнь. Скажу, вы меня защищаете, я под программой защиты выживших людей, которые воруют флешки из королевских серверов. И все будет нормально. Это, конечно, можно было назвать... Да? Говорит Сондра из Воронов Ди. Ага. Мы поймали сигнал из Букингемского дворца. Да. У тебя, правда, есть панацея? Конечно, есть. Невероятно. Давай быстрее в Тауэр. Бегу. Окей, бегу, ладно, сэ. Забрать снаряжение с сундука в убежище. А где самоубежище? Так, я где вообще?
Ага, я понял. Понял. Так, до убежища недалеко. Мы уже в метро, короче, рядом с убежищем. Тут парочку шагов, парочку дверей, парочку загрузок. Кто? Где? И мы уже в убежище. Собираем барахло. И мы свободны, мы живы. Ворон Ди нас спасут. Все, да? Главное, чтобы здесь никто не появился. Хотя, если даже здесь вот появится, у меня есть пулемет. Он там стоит. Я помню убежище, помню его наизусть. Сейчас мы проходим в воротики, и мы уже там. Этот выживший, или как его там, живой, как он сам себя называет, будет с нами разговаривать, скажет, что я опять его предал, что я опять, короче, его подставил, что я его кинул, что я тряпка, а он будет такой плаксивый весь. Да, ну почему ты, да за что ты, почему ты так со мной, я ж тебе ничего не делал. А что забрать надо? У меня вроде нет чего. Вот оно что. Ты тут, значит, за моей спиной заговоры строишь? Доктор Вороны! Знаешь что? Хрен с тобой! Спасайся как хочешь! Сдохни, сгори, мне плевать! Ты не умеешь выживать! Никто не умеет! Ты для меня ничто! Проваливай! Че, какой нервный-то? Вы люди сами хуже чумы! Еще там поплачь посиди. Снарягу! Научил выживать! Без меня в тебя сожрали! И это твоя плата? Я не понял, я что тебе сделал? Ты что так орёшь-то на меня? Он что такой бешеный? Я же ему ничего не делал. Я был тебе нужен. Да, теперь ты самостоятельный человечище, нос задираешь. Но не забывай, откуда я тебя вытащил. Откуда ты меня вытащил? Я хочу сгореть, как сгорит весь Лондон. Как и предсказывал Ди. Чё, блядь, сканировать надо? Никакой благодарности. Вот беда таких, как ты. Гребете только к себе, как жадные дети. Не мудрено, что страна развалилась к чертям. Но не боись, я буду смеяться последним, всех переживу. Я думал, вы партнеры, доверял, учил. Да нужно было самому тебя крохнуть. Вали нахрен из моего убежища. Я что ему сделал-то? Не, серьезно, а чего он так встрепенулся-то? Чуваки, вы не в курсе? Чуваки, что я ему сделал? Да, ну, немножко зло-то прям выпустить из себя. А они лезут и лезут, прикинь, лезут и лезут собаки. Бесконечные штуки. У меня много патронов, давайте все по одному. Сейчас постреляю всех и пойдем дальше. Что с ним случилось? Что я ему сделал? Он хотел со мной семью, что ли, там организовать или что? Ой-ой-ой, где кто? Тихо. Кто? Где? Ты как сюда попал, мать? Иди отсюда. Вас там много, нет? Может, вы бесконечные в натуре? Да вроде все. Окей. Чего такого я сделал? Реально, я еще ни в одной игре так не удивлялся этому. Какого хера он на меня орет-то? Я пытаюсь мир спасти, вакцину кому-то там несу. А он вали нахрен. Чего такого? Я вроде у него ничего не брал. Он давал мне доски. Я даже доски у него не забрал. Чего он так орёт-то? Ладно бы я у него все подворовал, там ничего бы ему не оставил. Сдал бы его, отдал бы зомбарям там или еще что-нибудь такое. Тогда бы я еще понял, почему он так на меня орёт. Но сейчас почему он на меня орёт? Я реально не вкуриваю. Неадекватный какой-то, сука. Я живу. Достижение открыто. I survived, если по-английски говорить. Нахер ты опять идешь в убежище? Мы только оттуда ушли. Что происходит-то? Это кто вообще? У меня нога была целая. У меня вообще была женщина в ментовской форме. Это может тот самый живой? Тогда что он забыл в сундуке? В сундуке же не было ничего. Ну, допустим. Он следил за мной, жрал курицу с макаронами. Ноут у него был, телефон. Прэппер. На каске написано было. Тут, по ходу дела, все те, кого мы потеряли.
Тут он за всем за этим следил по камерам, которые мы ему подключали. Это, наверное, самая лучшая концовка, которую я никогда в жизни вообще не пойму. Если в других играх у меня хоть какая-то была мысль по поводу, почему все так в конце случилось, то здесь я реально не могу понять, почему он на меня разосрался и зачем нам все это показывают. Может быть, он какой-то там теория заговора от него всего пошла, или он еще что-то. Говорит живой, как слышно, прием. И чё? И чё? И всё? Что это за говно? Серьезно? Я нихуя не понял. Просто я больше даже ничего... Ну, ни хрена не понял. Это не будет звучать так, как должно звучать. Это... Что это за говно вообще случилось сейчас? Что это за игра, которой половина всего глючит, не работает, и потом херак еще нам показывают, я живой, как слышно, иди сюда, и все типа начинается по новой? Абсолютно бессмысленная игра. Серьезно, вот прям... Абсолютно никакого смысла. Просто говнище. Поэтому никакого мнения по ней не будет. Я вообще не понял. Ну, побегали, ну, полупили зомби. Сложности абсолютно никакой нет. Выбора сложности никакого не было. Здесь, ну, ее можно пройти, наверное, за час, если знать, что делать, и не бить при этом зомби. Ничего не случится, ничего, никто не умрет, никто не погибнет, и никого трогать не надо. И вот эту игру еще продают за 1000 с лишним рублей. Ну, вообще беда. Может, я что-то просто в ней не понял, или что-то не сделал такого, что надо было сделать. Ну, вроде как я сделал все, ну, кроме заправки генератора. Это, наверное, первая игра, которая мне так сильно вообще не понравилась. Ну, нет, так нет. Короче говоря, ссылка на плейлист с прохождением в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки. И всем до встречи в следующих играх, ребятушки, и всем пока. Заебись. Заправить генератор. А ну веселей! Мы должны улетать из Лондона, но я обещала, что вернусь. Мне плевать, ты это или нет, но ты на той же частоте, так что ноги в руки и беги в Тауэр. Ждем сколько можем, бегом! А, то есть это еще и не конец? Окей. Что-то я не понял нихера. Ну ладно. Скипнулось, короче, все титры скипнулись. Хотя я, наверное, даже ничего и не вырезал, но ладно. Это, в принципе, вырезать-то было нечего. Хотя, может, я что-нибудь, конечно, и вырезал, но тут какая-то эвакуация происходит. Ну, поехали, эвакуируемся. Давай, не мешкай, мы уже в пути. Да не мешкаю я тоже плыву уже. Что-то все затопило, раньше такого не было ни хера. Ну, походу, это не конец, да? Здорово, здоровяк. До свидания, здоровяк. Уйди. Во. А, ну вон, Тауэр, отлично. Окей. А где ты? Свети дорогу-то. Куда бежать-то, алё, друган? Уйди отсюда нахер. Чё-то я не понял, куда на туре бежать-то? Дорогу мне подсветит сейчас. Э, вертолётчик. Ай! Чё-то думаю, не уйди. Ну и чё? Ну я здесь, давай. Беги, не оглядывайся. А чё оглядываться, нет никого? Ладно, хоть куча зомби была. Ты, где у тебя посадочная площадка, дружище? Ай, нет, 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 нет! Да бляха, взорви ты этот сраный! Когда надо, хер что получится. Не хватит мне слепить в глаза-то, чувак. Куда идти-то? Ты угораешь надо мной или что? Куда ты там упал-то? Подожди. Ой, как вас много. Спокойненько. Не надо. Куда? Уйди. Да у вас откуда тут столько, ну? Ну все, короче, голову с первого раза не сломал, теперь полдня не сломаешь. Уйди. Я не хочу просто, чтобы они за мной бежали. А то в панике придется щемить. Куда? Чего? Ты уже на мост заехал? Мне тоже на мост идти?
Не, походу, дел куда-то внутрь, ладно. Эй, какая глупая концовка. Еще, оказывается, не концовка, ну ладно. Эй, вертолетчик, мне наверх залазить или что? Ты можешь мне нормально сказать? Ой, здорово! Тихо, тихо, тихо! Нет, 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 не бейте меня! Все, весь, короче, шифт закончился. Чё? Ага, все, бегу, понял. Короче, походу, дело надо наверх на самый залезть. Давай. А, внимание, ни на кого не обращаем. О, вы что встаете-то? Внимание, ни на кого не обращаем, просто щемим вперед. Просто пытаемся добраться до крыши, выжить и спастись нахер. Так, что дальше, что? Дальше сюда, ага. Оп, пацаны, уйди! Дай пройду, сука! Нет! Уйди! Уйдите, сказал! Да уйди нахер! Я сейчас главное, чтобы сзади никто не зашел. Убивай его быстрее, отлично. Уйди. Так, сзади никого, хорош. Ты хоть там постреляешь, может, сверху-то, алё, пулеметчик, вертолетчик. Да умри ты. Хорош. Чё, живой, прикинь, уйди. Я вообще не понимаю, что за бесполезные пилоты там сидят. Могли бы хотя бы стрелять, как-то помочь выжившему. У меня все-таки USB-шка есть. Это еще одна концовка. Они одна за одной идут. Сейчас, короче, Лондон взорвут, насколько я понял. А зачем было делать именно так? Почему нельзя было показать все одной заставкой в конце? Почему надо было закончить игру, показать титры, а потом еще какую-то дополнительную миссию про эвакуацию из крыши запилить? А вот теперь, походу, все, да? Ну окей. Собственно, я все сказал. Всем до встречи и всем пока. Раньше здесь был мат.